Максим Демин приехал в Самару для того, чтобы подготовить к путешествию по стране две иконы и один рисунок известного художника из Утевки Григория Журавлева. В конце 19 века мастер с мышечной атрофией кистей рук писал настоящие произведения искусства, держа кисть в зубах. Сейчас, чтобы сохранить икону Спаса на престоле в целости и сохранности, реставратор заклеивает специальной бумагой самые проблемные участки образа. В контексте данной выставки дальнейшая именно реставрационная работа проводиться не будет. Все будет ограничено консервацией, укреплением грунта с красочным слоем, возможно, удалением каких-то поверхностных загрязнений там, с лицевой оборотной стороны. Это, я думаю, максимум, чем будет ограничена работа, да, поскольку, во-первых, масштаб работы очень большой и работы все очень трудоемкие. В мире сохранились порядка 30 нерукотворных икон Григория Журавлева. Два особо ценных образа перед путешествием застраховали. Сумму держат в тайне. Произведение искусства можно будет увидеть в Москве в музее Андрея Рублева с 3 по 27 апреля и в Санкт-Петербурге в музее истории и религии в мае. Транспортировка икон будет производиться с соблюдением всех мер безопасности. Это не просто, там, условно говоря, «Газель» или какой-то грузовой автомобиль. Это профессиональная компания по перевозке культурных ценностей. То есть это специализированные машины, это специальный, значит, климат в этой машине, специальная тара и упаковка и, значит, обязательно вооруженное сопровождение. В музей Алабина иконы и рисунок вернутся в начале лета. Выставка продлится до октября. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.